Так, смотрите, новый завоз в американском магазине. Вот такие цвета у курточек есть, размеры XXL. И эски наверняка тоже есть. Эмки есть, эльки. Эльки. Так, эльки. Также пишите мне размеры, я вам подберу точно, что вам подойдет, потому что все изделия разные, по-разному сидят. Я сориентируюсь. Так, почему-то эсок я не вижу. Так, потом вот такой красивый бордовый цвет. Смотрите, они внутри на такой классной, мягкой подкладочке, тепленькой. Такие бордовые и черные. Также XXL есть размеры. Цена такая хорошая, просто отличная. Так, сейчас в конце видео померяю, чтобы вы сориентировались. Так, вот так вот смотрятся эти курточки. И вот опять же, вот это так классно делает. Это вас как обволакивает, такое тепло придает. Что капюшон, что внутри, она вся вот в этом меховушке. Эта меховушка не лезет, ни белая не остается. Этот флис такой гладкий флис, вот так вот назовем. Так, непромокаемая, непродуваемая, дышащая. В общем, знаете, все показатели, это опять же шикарные. Тут, да, в общем, все, что я сказала, все соответствует действительности. Опять одеваешь, так тепло становится. И вот, вот так смотрится этот цвет. Также пишите ваши размеры, и я вам подберу. Так, вот так сзади. Специально сапожки одела. Так, ну-ка я прям водой сейчас проверю. Я люблю водой проверять. Вообще все скатывается. Люди это вот... Нет, я прям в другую сторону. Вон, видите? Я даже не замечаю, как она скатывается, не успеваю посмотреть. Это вот кто живет в таких регионах дождливых, боже, это вообще находка. Находка. Качество замечательное. Рукав длинный, вот так манжетом закатаете. Машинку бросили, даже если светлая. Постирали, достали, все опять носим. Такой капюшончик. Карманчики на молнии. Вот так вот везде это сделано. Собачки вот так классно. Все. Одевайте какой-нибудь шарфичек красивый. Например, вот такой вот. Такой вот синенький. Смотрите, как красиво. Все тепло, комфортно, непромокаемо, боже. Нас тут не поносишь, в Калифорнии такое. Так, это вот этот цвет я показываю. Такой голубой вот такой, прям как камера передает. Вот на мне элька, смотрите. Ну, отлично просто, если кофточку одеть какую-то, вообще замечательно просто. Так, следующее черненькое. И... Что-то хотя... Made in Vietnam. Так, на следующий скажу состав. Что-то не вижу. Чтобы время ваше не занимать. На бордовый состав скажу, посмотрю. Смотрите, опять вот это вот. Флис вот этот гладкий. Классный. Это для тех, кто не любит светлое. Вот такой черный вариант. Также классно. Одели любой шарфик под него. Абсолютно. Красный, синий, белый. Белым померяю. С освежающим. С таким вот. Так вот. Так, одевайте.
Привычно, что-то за лето-то отвыкли уже так одеваться. Вот так вот. Раз, какой-нибудь шарфик освежающий. Все, посмотрите, какая прелесть. На мне Элька, опять же. Черная. Все, капюшончик. Застегнули. Тепло. Комфортно. И сухо. Может, капюшон даже вот так можно сделать, да, вот так вот его можно сделать. Мехом наверх. Ой, я уже употела. Видите, сзади она удлиненная, поэтому у вас будет закрывать здесь все. Это также немаловажно. Кто не любит вот такие куртки короткие. Ну, сейчас, в принципе, с длинными свитерами их можно носить там. Косухи, куртки короткие. Но вот здесь одели все. И в тепле, и эстетично. Бордовый вариант, 100% полиэстер. Флис, он всегда 100% полиэстер. Я флис все время хвалю, хвалила и буду хвалить. Я только его здесь в Америке оценила. Какой он теплый. Изучила этот вопрос, вот как скажу, я уже рассказывала, что у меня были флисовые кофты в России. Но почему-то они так электролизовались, я не знаю, может быть, потому что флис такой, или может быть, потому что холодно, я не знаю. Здесь он не электролизуется почему-то. Так, вот такой бордовый классный вариант. Капюшончик. Каждый год что-то новенькое. Каждый год. Элечка размер. Сзади удлиненно. Так, готовимся к холодам. Начинаем. Америка уже готовится. Смотрите, привезли новые куртки. Вот эти. Made in Vietnam, вот на такой внутри у них флис. Есть также все размеры. XXL, L, M-ки есть. Вон M-ка красненькая. И также пишите мне размеры ваших мужчин. Вот такая серенькая XXL. Очень классное качество. Это продукция вот этого американского магазина. Они и продукты выпускают, и одежду. Такую, так, вот такие есть зелененькие. Вот такие. Так, сейчас вот так вот. Вот такой вот цвет. Вот такой, как бы, болотно-зеленый он. Так, какую взять-то? Давайте серенькую возьму. Элечку. И померю, как она будет смотреться. Так, это мужское. Так, вот так смотрится мужская куртка. Эмочку взяла. Элька 58 между подмышками. Это также бренд. Вот этот, который очень много лет, очень много. Вот шьется для этого магазина. Так, смотрите. Раз, и все стекло. И ваш любимый мужчина сухой. Так, смотрите, вот этот здесь делают куртки также. Вот с таким флисом, но он идет одно целое с материалом, вот с этим полиэстером. И они легкие. Непродуваемые, непромокаемые. И вот из этого флиса они держат тепло. Но это также новые технологии. Не знаю, в России такое делают, нет. Но это очень удобно. Без всякого подклада, безо всего. А эффект тот же самый.
получается. Так, мне, конечно, она большая, это мужская элька. Пишите размеры ваших мужчин и подберем. Так, вот все, для мужчин самое то, которые не любят там всякие эти яркие вещи. Тут также затянуть можно будет. Вот так вот она, серый цвет. Здесь карман, здесь два кармана. Если надо, вот здесь затягивается, вот. Можно также сделать, как укороченная куртка, можно с пиджаком носить. Так вот, все затягивает и будет как курточка вот такая. Вот такого плана мужские куртки. Пока там, сколько я размеров-то показывала. Ну, реально теплые, вот прям вообще не вру. Нисколько не вру. Тут так удобно, видите, чтобы не царапала молния. Вот это закрывашечка. Фурнитура классная. Такая, видите, вот пластиковая. Так, вот видите, опять же все показатели. Вроде и дышащая, и стрейч, и непроницаемая, непродуваемая. Здесь мягонько, вот видите, также приятно к шее. Да, вот это закрывает, написано. Так, здесь вот это для телефона, вот этот карман. Фу, как жарко. Сейчас раздеваюсь. Потом вот эти куртки мужские также. Ветровки Berry бренд. Также он все время в этот магазин американский его привозят. Каждый год. Так, есть черные. Вот такие серенькие. Размеры по XL. XXL не вижу. Нету вроде бы. И S-ок нету. Маленькие не шьют здесь мужские. И вот такой вот голубо-черный. Так, возьму голубую. В конце видео померяю и посмотрите, как смотрится. Вот видите, размеры пока все есть, вот только привезли. Поэтому все размеры в наличии. От M-ки до XL. Так, вот так вот будет смотреться эта ветровка. Она водонепроницаемая и не электролизуется. Сделаны очень хорошо. Также я показала, какие есть расцветки. Пишите параметры вашего мужчины. И я подберу по размеру. Это эмочка 59 между подмышками. Сейчас я покажу, как смотрится. Затягивается внизу. Тут вот такой подклад, видите, сеточкой. Легкая, удобная, не броская. Это мужчинам, кто яркое не любит, самое то. И весной, и осенью одел, особенно если есть толстовка, когда прохладненько, под толстовку, потому что вот такие вещи не держат, типа вот прям одела и чувствуется. Как бы не дает выйти воздуху от тела через нее. Вот как-то вот так вот делать. Смотрите, как классно. Все. Можно удлиненную. Кто пиджак носит, закроет пиджак. Кто хочет с джинсиками. Так, поднимаем. Раз затянули. Два затянули здесь. Все. Вот такого плана спортивная такая курточка. Ветровочка. Слушайте, правда, прям вот чувствуется тепло. Капюшон, что немаловажно. Капюшон также затягивается. Вдруг там будет дождь какой-то сильный. Вот так вот раз сделали и до дома добежали.
Пришел сухой, счастливый. Капюшон не отстегивается, стационарный. Вот такого плана. Бренд Гэри. Вот. Вот это все показатели тут наивысшие. Бренд постоянно его в этот магазин привозят. И он также есть в Мейсис. Но он там дороже. Качество вообще отличное. Также здесь вот на липучечках поменьше надо сделать. Залепите поменьше. Такие вещи на долгие года. Слушайте, правда тепло. Вот вообще. Это же. Какие материалы сейчас делают? Немножко детского. Смотрите. А, нет, London Fog. Это также бренд в Америке. Популярный. Ну, у нас в России он не представлен. Но он очень хороший. Смотрите, какая прелесть. Вот такие пальтишечки на девочек. Вот с флисом главное. И флис, конечно, он очень-очень греет. Сделаны очень хорошо. Есть от 2T до 6X. 6X это на 7 где-то лет. Дети в Америке крупные, и у них детская немало мерит. Смотрите, как красиво сделан. Розовенький цвет такой. И тут окантовочка такая золотая. Так, так что вот. На 7 я не вижу. До 6 лет. И вот такая расцветочка. Также на флисе. Смотрите, какая прелесть. Ночная такая расцветка. Единорог здесь. Месяц, луна. Темно-синий цвет. Смотрите, звездочки. Ну, это кто не хочет сильно часто стирать. Вот такая есть. Также London Fog это. Вот. Также вот смотрите на какой это. Пушистенькой. Подкладочки, она мягкая и теплая. Просто мы Нелли такие же покупаем всегда. Кто у Лены смотрит, потом здесь подписать можете для ребеночка, что это ее курточка. Так, вот на мальчиков. Смотрите. Также London Fog. Вот такая флис такой. Такие расцветочки. Хорошо, что яркие полоски есть. Мальчика будет видно. Так, вот видите, на капюшоне также флис. Тут прямо как красиво все сделано. -то. Чудесные вещички, просто чудесные. Наверняка непродуваемые. Вот это светоотражающие полосы, что немаловажно. Вот видите, чтобы ребенка, когда машина едет или какой-то транспорт, было видно. Вот все это светоотражающие. Сзади также вот такого плана. Так, есть 3, 2T и 6, а и на 7 даже лет. Еще раз повторюсь, что большие вещи, потому что дети американские крупные. У нас внуки, вот, допустим, Нелли на 5 лет покупаем, она еще 7 носит. И вот такая еще есть. Тоже классная вообще. Просто классная. London Fog на 7 лет. Также светоотражающие полоски везде. Такого плана. Сзади вот так вот. Также полоски светоотражающие. Так, вот на мальчиков два вида. Вот такие и вот такие. Видите, завезли толстовочки. Уже к похолоданиям. Это Levi's. 5-6 лет вижу. 7-8. 10-12. 7-8. 5-6.
10, 12, 7, 8, 5, 6. Вот ориентируйтесь. Также Нелли и Филиппу мы такие покупали и носят, вообще радуются. Так, на баечке вот на такой они. Здесь карман кенгуру. Состав. Так, наверное, 60 катон, 40 полиэстер. Так, 65 катон, 35 полиэстер. Чудесные, совершенно модные толстовки. 10-12 лет. Честно сказать, хоть на мальчиков, хоть на девочек. На тех и других подойдут. Вот это такая махровая у них, видите, штучка. Сейчас махра — это очень популярно у всех дизайнеров. Levi's. Так, потом смотрите, вот такие флисовые кофточки детские. В них можно ходить и в садик, и в школу, и одевать под куртки, под пуховики. Они теплющие. Также, кто хочет, может в садик отдать, спать детям в них. Я про эти флисовые вещи американские все время говорю, и я здесь, конечно, вообще от них балдею. Они не электролизуются, они мягкие, они теплющие, и это просто мягче, чем кашемир. Made in Cambodia. Вот так же, видите, такие есть расцветочки. Вообще просто чудо. И она, самое главное, что она и с той, и с другой стороны вот такая вот пушистая. Я сплю сама зимой в Америке, вот в такой купила. 12-14. Я говорю, это одевать также можно под любые зимние вещи. И в том году, кто купил кофты флис с пухом, вы знаете, какие они теплые. Вот это даже на худенькую женщину подойдет. У кого там 44 свободненько, чтобы была. Также спать можно в ней. Ой, господи, сон-то какой чудесный будет. Boston Traders. Тоже какой-то бренд. Я что-то его не видела в те года. Первый раз вижу. Так, господи, увлеклась. Смотрите, с такими сердечками классными. Также на все возраста до 14 лет. И вот голубенькие. С... Unicor. Вот такая, так это вообще девочкам, если подарить. С единорогом, это все. Мечта жизни. Прелесть, прелесть. Также пока все размеры есть, вот только привезли. Так, а тут у нас что? Это кофточки также. Вот видите, 32 Head Brand. Плюшевые, вот такие. Может, кому-то такую же надо. Вот такие бордовые есть, черные и вот такие не чисто белые, желта немножечко. Так, 7, 8, 5, 6, 14, 16 лет есть. Также подойдет вот на 16 лет. Это такие приличные детские размеры, что... Нет, но это на 42 только подойдет, на женщину, на очень худенькую. Нет, какие-то подростковые. Вот эта моделька не очень большая. Видите, все напали. Так-то костюмы мальчишеские. Вот такие Adidas, ну, я не знаю. Если кому-то надо, пишите. Со штанами они. Это синтетика. И тут тоже такая чуть-чуть ворсистость есть. Такие расцветочки. Синие, оранжевые. Это для девочек. Такая расцветка. И вот такая еще есть кенгуру. Такой мятный цвет.
лосинами. Это у нас Adidas бренд. Adidas. Так, мужчин одеваем потеплее. Вот такие кофточки. Это бренд Champion. И он также очень-очень популярный в России. Я не знаю, сколько он стоит. Но его носят знаменитости. Это я видела. Также очень давнишний бренд. Я у Рика спрашивала. Он говорит, ой, говорит, много-много лет назад он создан. Вот смотрите, также есть. Кстати, тут есть эски и XL. Вот такие серые цвета. И такие темно-синие. Так, возьму сейчас примерить эмочку. Вот тут такой бордовый цвет. Вот такого плана. Штаны также мужские есть, 32 хэт. Также всякие размеры, теплые, судя по всему. Сейчас проверим. Так, они внутри сделаны. Такого плана. Вот такие. Вот так вот смотрятся. Сзади вот так вот. Экстра ларч, эмочка есть. Также качество вообще шикарное просто. Трогаешь и отпускать не хочется. Вот такие есть серые. Такие сине-серые вот это. Вот такие вот какие-то, да, вот такого плана. И серые. Показываю мужскую кофточку. Это куплено в американском магазине. Эмочка 56 между подмышками. И посмотрите, какие там есть цвета. Это бренд Champions. Вот его логотип. Популярный в России. Здесь он вообще по цене очень приемлемый. Качество замечательное. Как я говорила, носят и артисты здесь, и наши популярные исполнители. Вот сколько я видела. Так вот он смотрится. Так, это эмочка 56. Он не толстый, не тонкий. Вот видите, такая вафельная основа. 57 катон, 43 полиэстер. Made in Pakistan. Такие вещи это на каждый день. Хоть на праздник, хоть на работу. Все одели с джинсиками. Посмотрите, как красиво. Ну, я просто мужской, понятно. Просто я вам показываю. Как примерно будет сидеть. Пишите размеры ваших мужчин. Вот такой знак тут, знаете, неброский. И все, фирменная вещичка. Качество замечательное. Пишите размеры, я подберу. Так вот это смотрится. По-моему, там три цвета, что ли, было. Я прикреплю сюда это видео. Такие мужские кофточки. Так, смотрите, штаны Adidas, это мужские, они с флисом, утепленные, вот здесь такая резиночка классная. И как я говорила, что эти Adidas, они модные во все времена, они в обтяжечку, видите, как слим идут, вот такого плана. Ну вот, я не знаю, модные мужчины так носят. Вот так вот. Ой, this is my, yes. This is my. Так, вот так вот. Adidas. Работница пришла у меня, представляете, я тут взяла на примерку-то домой. Она у меня, давай это все вытаскивать. Я говорю, извиняйте, это мое. Так, экстра large есть, large. Так, давайте я возьму, Рику померю.
и посмотрю, как на нем. Потому что почему-то фотографии нету, но они, вот видите, тут с манжетом, вот здесь, и с вот таким флисом. Они утепленные идут. Их можно сейчас носить будет, когда холода начнутся. Так. Флис хвалю, хвалила и буду хвалить. Made in Indonesia, потому что он очень теплый. И все вещи, которые делаются детские с флисом, взрослые на горнолыжных курортах, когда катаются дети и взрослые, это все очень теплое. Так, 100% полиэстер. Потом вот такие серые есть. И есть еще куртки. Можно подобрать куртки Adidas, и будет у вас теплый костюм у любимого мужчины. Они, кстати, очень легкие, несмотря на то, что у них флис вот здесь. Взять еще кофту, что ли? Там я М-ку, а, я там Эльку взяла. Сейчас я возьму еще кофту Эльку. Вот. И померяю на Рика. Видите, есть серые, темно-серые, светло-серые. И кофты только темно-синие, штанов таких нету. Вот такие кофты. Поэтому, кто хочет просто кофту такую, можно одну кофту купить. Кто костюм, вот, пожалуйста. Так, вот мужской костюм вот этот, слушайте, он очень классный. Я там показывала, он на флисе внутри. И он очень-очень легкий. Я на себя, видите, мерю. Рик отказался, сказал, еще и модели только не было у тебя тут на YouTube. Для него это как оскорбление стоять вот так вот, как я вам тут все показываю. Так, поэтому примеряю на себя. Вот смотрите, так классно смотрится. У меня Элька мужская, понятно, что он мне большой. Рост хороший у этих костюмов. И также вот прям я вам говорю, когда вот одеваешь вот такие вещи, тепло прямо чувствуется. Вот такая кофта, видите, длинная. Штаны тепленькие, с черными там кроссовками. Вот сейчас будет похолодание одевать. Такого плана. Это фирменные адидасовские костюмы, во все времена модные. Адидас. Скажу вам еще информацию какую-нибудь. Так, Made in Indonesia, наверное, говорила. Ну, это полиэстер состав. Да, 100% полиэстер. Приделанным флисом внутри. Такая. Сейчас пойду Рику покажу, спрошу, нравится или нет. Может, ему оставить. Будет в Адидасе тоже ходить. Так, следующее. Смотрите, завезли какие толстовки Фила. Классные. Белые, голубые и серые. Все размеры есть. Вот только-только все это привезли. И вот такие еще. Стирай и одевай, стирай и одевай. Так, вот на такой байке. Три тепленькие. Смотрим состав. Наверняка 60 катон, 40 полиэстер. Вы уж тоже, наверное, выучили. Нет, тут 80 катон, 20 полиэстер. Так, это костюмы. Серые вот эти можно сложить. Кофту и штаны. Вот.
красиво. Штаны. Тут мужчина, их почему-то штаны и на мужчин, видимо, и на женщин подходят. Потому что вот их продают с такой фотографией, женские штаны. Почему-то мужчина на них изображен. Видите, костюм можно сложить. Также можно сложить вот белая кофта, да, и черные штаны Фива. Также очень красиво будет. Голубая кофта и синие штаны фивовские. Здесь затягиваются они. Также очень классно все это. Они теплые. Видите, на какой баечке. И посмотрите, вот если кофту, да, вот так вот. Смотрите, как красиво. Очень красиво. С черными штанами. Тем более, у кого не очень стройная сзади. Это черные штаны самое то. Потому что в белых, понятно, все выделяется и в голубых. А вот в таких темных все скроется у вас. Так, ну вот жилеты еще есть. Видите, то разбирают, то опять подвозят. А подвезут ли, это неизвестно. Ну, тут вот такой маркетинг в Америке. Заходишь, куча, да, лежит. Ты думаешь, о, классно. Ну, через недельку, через две приду покупать. Приходишь, одни эски. Ты думаешь, елки-палки, не купил. Как жалко. Идешь расстроенный. Потом раз, приходишь на следующий, допустим, там, заход, через неделю. О, смотришь, раз, новые завезли. Целая куча опять лежит. А бывает по такой же цене, а вот в магазинах других, они раз, цены повысили, и ты прибегаешь, увидел, думаешь, о, классно, купил. И дороже там на 20%, потому что они их поставили. Ну, они специально вот так вот делают. Это маркетинг такой. Все, ты купил на 20% дороже, идешь уже счастливый. Потом опять разбирается, разбирается. Ты думаешь, ладно, еще куплю своим в Россию. Сейчас подожду. Приходишь, их вообще нет. И вот так вот они издеваются над людьми, понимаете? Я вам просто рассказываю, я тут все это изучила уже. Поэтому не спрашивайте, почему цены разные. Сегодня я купила ее за одну цену, завтра я ее куплю на 20% дороже, а послезавтра я ее куплю на 50% дешевле. Поэтому я и выставляю. Бывают вещи вообще очень дешево, потому что одна-две штуки остались, их вообще там снизили, черт знает до какой цены. Так что я торгую так же, как в Америке торгуют. Смотрите, вот такие маечки для тепла, также очень классные. Ну вот сейчас начнутся опять холода, их, конечно, можно носить и под кардиганами, под кофтами, но вот такие маечки очень классно одевать, когда на улице холодно. Вот вы ее одеваете, все, вы в тепле. Ну вот джемпера, вот какие-то кофточки. Состав хочу посмотреть. И она, видите, удобно, что у нее мысик, и вы можете одеть под любой джемпер, даже вот с таким мысиком, и у вас ее не будет видно. Это очень удобно. Так, сейчас я вам скажу состав. Пока также все размеры есть. Так, 95 коттон, 5 спандекс. Вообще классный. Вот видите, есть, вернее, спереди. Так, или они с разными вырезами? Да, они есть и с таким вырезом, и с круглым, и с продолговатым. Вот видите, с круглым. А, это знаете, что ее можно носить, представляете, хоть так, хоть так. Вот это да. Ее можно вот так вот носить, можно перевернуть и другим вырезом одеть. Представляете, она тоже как это, двухсторонняя, сейчас все такие возьму. Вообще классно. Под пиджаки, под всякие, джинсовый пиджак одели, все, хотите, V-образный сделаете. Это когда для тепла одевать, под пуловер, допустим. Когда под пиджак, или там кардиган, или еще под что-то. Все, делайте V-образный вырез, переворачиваете и носите вот так. У нас же, а вот что только не придумают. Так, где Элька? Вот Эльку сейчас себе возьму. Все, вот так же есть все размеры. S-ка, L-ка, M-ка есть еще. И XL.
Кто-то тут распотрошил, смотрел. Так. Так, брелет вот такой есть. Также это Дона Каран Нью-Йорк. Вот. Кому надо, кто такое носит. Также вот есть все размеры. Large, Medium. Эски есть. Только от эски до Large. Потому что, ну, видимо, уже когда все равно XL, там XXL, то дискомфортно такое носить. Так, вот такие вот элька есть, расцветочки. Так, вот одевать также классно под что-то. Так, эмочка черно-белая такой. Тут логотип такой вот. На спорт также классно одевать. Или под какие-то вещички, под кофточки даже. Вообще женщины сейчас говорят, что бюстгальтеры очень опасно носить, потому что много рака груди. И что вот эти все стягивающие элементы в лифчиках, косточки, еще что-то, провоцирует это все. Сейчас вообще такая идет политика даже, что вообще ходить без бюстгальтера. Вот такие классные вот такие находки, что и грудь держит хорошо, и можно одевать, нигде ничего не сдавливать. Все на резиночках, все комфортно. Поэтому имейте в виду, видите, все идет. В разработке и стараются все это применять. Так, вот видите, ну вот расцветочки я вам показала. Ну, это ясно не на большую грудь. На обычную грудь. На маленькую также отлично подойдет. Увеличит ее. Тут поролонка есть, вот это внутри. Если не надо, ее можно убрать, если она вам не нужна. Вот видите, она торчит. Поэтому можно с ней, можно без нее. Очень такое легкое, хорошо тянется, комфортное, мягкое. Здесь вот так вот. Вот видите, размерчики. 32, 34, 34, 36, 36, 38. Вот все понятно. Как бюстгальтеры измеряется. Потом вот Calvin Klein есть. По две штучки также. Вот размерная таблица. Серо-синие расцветки. Есть вот такая бежевая, черная. М-ки, С-ки есть. Л-ки. Также, видите, очень мягкая. Прям, ну, вообще, качество также классное. Calvin Klein. Это без застежки сзади. Так что можно просто одел и вперед. Также можно чашечку вытащить, а можно оставить. Шикарные пижамки. Это я нахожусь в Carter's. Кто не знает, это бренд номер один по детской одежде в мире. И тут шикарнейший просто ассортимент. Просто суперский. Так, ну я сюда пришла за пижамками, потому что пижамки — это самое удобное, что может быть для ребенка, который особенно ходит в детский садик. И у нас внуки вот в этих пижамах выросли. У нас было по две таких пижамки, и одна была в садике, одна всегда дома. Это очень удобно. Во-первых, она на молнии вот здесь. И ребенок может даже без одеяла потом спать всю ночь. Но он всегда у вас будет в тепле. Вот флисовые такие есть. Также с этим единорогом для девочек. И у Carter's очень удобно. Вот эти вот силиконовые буковки.
они не дают ребенку подскальзываться, когда он ходит дома. Ну, естественно, что это не только для сна пижама. У нас Филипп дома в них всегда ходит. До сих пор Нелли-то уже выросла. А вот Филипп до сих пор ходит в этих пижамах. У него аж тут вот это вот все до дыр сносилось. Любимые вещи, потому что вот эти вот трикотажные, в них все гнется. Они нигде не сковывают движение у ребенка. Тепло ему, комфортно, и никаких пуговок тут, клепочек каких-то неудобных нету. Раз, ноги засунул вот сюда, если даже маленький ребенок, вот 18 месяцев, все, засунул его туда, как в конверт, застегнул, все, он у вас вообще в тепле и в комфорте. Такой флис классный. Вот Carter Sweaty, это бренд номер один в мире. Я тоже это узнала только в Америке. Вот есть на 12 месяцев, на 18, на год. Ну, 12 месяцев, 18 там это сколько надо считать уже? Полтора года, наверное. Это флисовые. Вот это трикотажные ХБ 100%. Кто-то флисовые любит, кто-то трикотажные. Мы трикотажные, потому что они как-то, как сказать-то, тянутся больше, вот как. Так, вот такие вот. Так, вот. Видите, на 5 лет есть, на 4, 3, в общем, на всякие возраста, вот на 4. На самом деле вообще без разницы, какой рисунок, они все очень комфортные. С балеринкой. Видите, какая балеринка. Так, все, вот показываю вам наши вещи любимейшие, которые сами все время используем и вот вам показываем. Видите, с единорогом также все сейчас это модное. Вот я две вот такие взяла тоже на 5 лет. Попросили меня одну в садик, одну дома носить. Это самый лучший вариант, потому что когда вот пижамы, я ничего не имею против вот таких пижам, вообще ничего, но когда ребенок спит, то это, сами знаете, все закатывается и спит с голым пузиком. На шее это кофточка. И ноги все время мерзнут. Потому что без носков, если. Ну вот тут все просто для России, я считаю. Просто для России кто-то их изобрел. Потому что в Америке дети ходят без носков, без шапок. Это вообще я иногда смотрю, думаю, боже, такое холодище такая. Ребенок вот в осинах каких-то и с голыми ногами. Мне кажется, у него там ноги уже отмерзли. Но здесь тоже ведь холодно бывает зима. Или в куртке маленький ребенок, там год-полтора, и без шапки. У нас попробуй в России без шапки. Выйди ребенку, все, он сразу же замерз. Простынет, вернее. Так, ну вот, в общем-то, я за пижамками сюда зашла. Кому надо, заказывайте. Не пожалеете. Так, вот для мальчишек также. Вот такие пижамки. От 2 лет. И пошло дальше, дальше. Так, до скольки тут? 12 месяцев. Также флисовые есть. А, вот 5Т. Вот такие вот. Также до 5 лет. И вот Филипп у нас в зеленых таких ходил. Прям это вообще у него любимая домашняя одежда была. И кувыркайся в ней. И спи на все случаи жизни. Так, вот это флисовые. Тоже такие тепленькие. Так, вот на 4 такая расцветочка с машинками. На 3 такая же. На 2 года вот тоже с машинками, с такими. На 3 красненькие. Еще зеленая тут с динозавриками. Вот есть. Тоже там какие-то размерчики.